Выбрана третья площадка. Выбрана вторая площадка. Дезинфекционная камера готова к работе.
Функция начата. Отказ основной системы. Система отключена. Резервные системы включены. Остановить его! Доктор Мартин Шульц, 7 августа 2145 года. Необходимо изменить процедуру работы телепортеров, чтобы быть уверенными, что система не включится, пока не будут правильно установлены все телепортационные маяки. Сегодня в первой камере произошел несчастный случай. Погибла Сьюзан, наша любимая лабораторная обезьяна. Она прыгнула на платформу во время настройки. Произошло короткое замыкание, система включилась. И Сьюзан разрезала пополам. Верхняя часть ее тела появилась в точке выброса, а нижние конечности остались. Не понимаю, как подобная проблема не возникла раньше. Похоже, что оборудование сговорилось против нас и отказывается работать. Ветрогер, по-моему, вообще не спит. Он проводит в лаборатории по 16 часов в сутки, пытаясь разобраться с наводом. Чего он добивается? Чтобы все остальные на его фоне выглядели везде? Тем не менее, работу придется прервать на несколько дней. Будем проверять и перепроверять журналы наблюдений. Доктор Мартин Шульц, 7 августа 2145. Необходимо изменить процедуру работы телепортации. Система отключится, пока не будут правильно установлены все телепортационные маяки. Сегодня в первой камере произошел несчастный случай. Погибла Сьюзан, наша любимая лабораторная обезьянка. Она прыгнула на платформу во время настройки. Произошло короткое замыкание, система включилась. И Сьюзан разрезала пополам. Верхняя часть ее тела появилась в точке выброса, а нижние конечности остались на платформе. Не понимаю, как подобная проблема не возникла раньше. Похоже, что оборудование сговорилось против нас и отказывается работать. Бетрогер, по-моему, вообще не спит. Он проводит в лабораториях по 16 часов в сутки, пытаясь разобраться с навалившимися проблемами. Чего он добивается? Чтобы все остальные на его фоне выглядели бездельниками? Тем не менее, работу придется прервать на несколько дней. Будем проверять и перепроверять журналы наблюдений, пока не выясним, что же в этой серии испытаний пошло не так. Доктор Мартин Шульц, отчет закончен. Надеюсь, в следующий раз новости будут получше. Четвертая площадка. Выбрана третья площадка. Выбрана четвертая площадка.
Дезинфекционная камера готова к работе. Дезинфекция начата. Дезинфекция закончена. Всего доброго. Дезинфекция закончена. Выбрана третья площадка. Выбрана первая площадка.